местной казны наместник получает, и получают монахи. То есть фактически монастыри становятся государственными учреждениями. Вот тогда, чтобы разделить размеры этих жалований по монастырям, монастырям стала присваиваться классность. Начальный класс – это третий, затем второй, ну и первый класс – это уже высокая монастырская классность. Но до сих пор самый высший монастырский статус – это лавра. И мы с вами знаем две лавры в России. Это у вас, да, недалеко от Москвы. Да, две лавры в России, три лавры на Украине и две за границей в Греции. Всего в мире 7 православных лавр. Наш монастырь первого класса. Что давал этот статус первого класса, кроме повышенного жалования? Наместник первоклассного монастыря, как написано в книжках, мог быть приглашен в столицу при решении некоторых государственных вопросов. Вообще, я бы сказала, право совещательного голоса. Вот что давал этот статус. Но когда образовался монастырь в 15 веке, он вначале был беден, малолюден, земли, богатство. Монастырь начнет приобретать позже. А в 1558 году, еще одна дата, середина 16 века, год начала Ливонской войны, и вот в начале Ливонской войны начинается и строительство порубежной каменной Печерской крепости. Как написано.